Привет, друзья! С вами Лена Феоктистова и канал «Фермерские будни» семьи Феоктистовых. Время вечер, 7:30. Я вышла кофе почти. Раньше не получалось. Потому что ездили сегодня на озеро с мужем. Наконец-то удалось поплавать. Первый раз за все лето. Уже скоро осень, последние денечки. Но это очень радостно, что все получилось. Весь день они сегодня простояли самостоятельно. На тени, возле кормушки. Ну, не сказать, что совсем голодные были. Но, тем не менее, совсем не так, как если бы на прогулке это было. По молоку, конечно, разница есть. Разница, ну, для нас она существенная. Когда козы питаются из кормушки, сеном и свежескошенной травой, то молока у наших 8 сейчас дойных коз 4-4,5 литра утром и вечером около 3 литров. Итого, как вы смогли сосчитать, 7 литров. То есть даже меньше 1 литра на одну дойную козу. Хотя здесь козы уже не первокотки. Кто второй окот, кто третий. Когда я хожу коз пасти, то молока у них получается утром примерно 7 литров и вечером 4,5 литра. То есть разница получается 4,5 литра в день. Стоит из-за этого ходить пасти, если есть куда? Я думаю, что стоит. Если пересчитать на деньги, то по нашей стоимости молока 70 рублей за литр, получается, что разница в 300 рублей в день. На этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Заходите еще к нам в гости на канал. Всего вам доброго, здоровья, счастья, радости. Пока-пока!